Гуманитарный груз регулярно покидает Ульяновскую область и движется в зону СВО. Каждый раз неравнодушные граждане, предприниматели, депутаты, следуя списку от бойцов, собирают все необходимое. Не первый раз гуманитарную помощь собирают и сотрудники издательского дома «Ульяновская правда». Продукты питания, автозапчасти, технический инвентарь отправятся к каменным батальонам «Симбирск» и «Свияга». По традиции медикаменты. По традиции определенное снаряжение, которое нас просят купить. Вот, медики подключились также, потому что медики от батальона «Симбирск» также давали заявку, и вот ее прямо сейчас нам привезли. Мы также все это вместе сложим и обязательно доставим. Баня, которую мы в прошлый раз, мобильная баня, ей уже воспользовались, дали определенные предложения, замечания по улучшению. Мы теперь знаем, как делать еще лучше. К Пасхе православным защитникам Отечества привезут один из символов праздника – кулич. Также дети нарисовали поздравительные рисунки к одному из главных христианских праздников. Неравнодушных ульяновцев много. Так жители дома номер 12 на улице Камышинской купили 7 бензопил. Среди запакованных коробок можно разглядеть домашние вкусные компоты, теплые вещи и талисманы чебуречные. Бурашки. Их вязали активистки движения «Спецназ». Это вот наш спецназ, девчонки из спецназа, которые вяжут носочки, вяжут вот таких вот замечательных чебурашек. Просили ребятам передать на передовую такие маленькие обереги, которые они просили. Активно держит связь с бойцами члены боевого братства. Они, как никто, знают, что необходимо защитникам Отечества и как важна наша поддержка. Те, кто сейчас находится на передовой, составляют списки с необходимыми вещами. Иногда встречаются интересные просьбы. Вчера связался с ними, вернее, со мной связались. Я был дико удивлен о их просьбе. Привезите боксерскую грушу, перчатки и лапы. Я говорю, а вы что, в спортгородке там? Хочется разнообразия. Я был дико удивлен, как бы сказать, они попросили спортивный инвентарь туда. Я говорю, может, вам скакалки привезти? Скакалки есть. Вот просто такая вот необычная заявка. Груша, перчатки, лапы. Гуманитарный груз доставят и мирным жителям из подшефного Ульяновска Лутугина. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.